Константин, а кто вы, как адвокат, можете сказать о тех эпизодах, когда к вам искали следствие прокурора, которые должны быть Владимир Кумарин защитить? Ну, во-первых, обратите внимание. Я прочитал, прежде всего, что написано там в разделе Шипова. Вот там и написано, что у меня сама никаких приговоров, я вначале не знаю. Ну, а знал, какие приговоры. 222 статьи нету. Ничего похожего. Потом, обратите внимание на первую. Там Бусты, Малышевская группировка там использована. А вот далеко не все сейчас помнят, какие были отношения в начале 90-х годов между Тамбовской и Малышевской группировкой. Там были какие-то истории, говорят, и там термин Тамбовско-Малышевская группировка, вот как он считается, это так не может быть. Поэтому здесь, видимо, что-то все-таки напутано. Что там правда, что неправда, ну, наверное, лучше оценивать тем, кто обладает всеми материалами, доклада мало. Ну, на что мы еще обратили внимание? Он всегда был близок к Малышеву. Ну, это как бы можно видеть в семье, например. Тем не менее, мы только что говорили о том, что вы задавали вопрос про убийство Марины Старовойтовой. Вот в этих прослушках, которые опубликовали вот имени испанской прокуратуры. Мы оттуда что в июне 2017 года договаривались о Бориске Барсукова с неким должностным. А сейчас почему-то в уголовном деле Грущенко мы его узнаем показания, что он не мог ни в чем это показать. Как это стыкуется?